Новый парк открылся в Уфе в минувшее воскресенье. Сквер в лесном массиве между улицей Блюхера и переулком Российский, где расположен комплекс «Четыре сезона», обустроила компания «Жилстроинвест». Сделали почти километр дорожек с освещением, скамейки, сделали площадки для спорта. Основная идея заключается в том, чтобы люди могли заниматься какой-то активностью физической, бегать, кататься на велосипеде, просто прогуливаться с коляской, с детьми. И этот парк не только для жителей комплекса, это для всех горожан. В день открытия парка желающие, более 50 человек, приняли участие в забеге на символическую дистанцию в 1 километр. Победители в категориях среди детей и среди взрослых получили в подарок велосипеды. Мы решили принять участие в забеге, потому что мы любим активный отдых. Очень рады, что в нашем доме появился рядом такой замечательный парк. Это очень большое преимущество, что создатели этой зеленой зоны подумали не только о будущих жителях своего комплекса, но еще о близлежащих домах. Парк и жилой комплекс «Четыре сезона» соединяет уникальный, по словам застройщиков, арт-объект – винтовой мост. Первая в городе – пешеходная эстакада. Он позволит жильцам безопасно попасть в лесную зону, не переходя дорогу. Оригинальных решений здесь немало. Зонированная детская площадка, объединяющая воркаут и аттракционы, бэби-клуб, где родители могут оставить малышей под присмотром педагогов, подземная парковка и многое другое. Застройщик должен строить не просто квадратные метры, не просто жилые дома и квартиры, что это должно быть такая полноценная среда обитания современного жителя большого крупного города. И мы стараемся внести в данную среду как можно больше интересных мелочей, чтобы человек чувствовал себя здесь комфортно, уютно и всегда находил занятия по душе. Почувствовать себя жителями современного небоскреба уже сейчас смогли многочисленные участники экскурсии на строящуюся башню Идель Тауэр. Желающие посмотрели, как будут выглядеть внутренние коммуникации, системы кондиционирования дома и полюбовались видами города с высоты 14 этажа. Смотрели несколько жилых комплексов. Этот вариант очень нам понравился. К тому же знаем, что Жилстроинвест очень, как сказать, хороший застройщик. Много друзей уже купили квартиры у них в других ЖК. Я думаю, через полтора года уже точно будет новоселье. На данный момент возведение 31 этажа 100-метрового здания завершено, и теперь Идель Тауэр можно считать самым высоким жилым домом в Уфе.